Мощи святой блаженной Матроны Московской собрали почти всех православных жителей Ульяновска в Спасо-Вознесенском соборе. Поток людей, желающих прикоснуться к частице святой заступницы, не иссякает вот уже неделю. Ковчег со святыней, заявили в пресс-службе епархии, в связи с повышенным интересом жителей к событию, было решено оставить до воскресной службы 4 декабря. Ну а в понедельник, 5-го, мощи отправятся дальше, благословлять города и веси страны. Прощание со святой блаженной состоится в воскресенье в 18:00. Святыня прибыла в наш город в минувший четверг. Во встрече участвовали духовенство и сотни верующих Симбирской епархии. После божественной литургии в Спасо-Вознесенском соборе клириками храма был совершен молебен блаженной Матроне перед ее мощами. Пение возглавил ключарь собора Вознесения Спасителя протоиерей Дмитрий. Андрей Творгов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.